сейчас пройдет церемония награждения лучших игроков, так называемых MVP матча. На короткий шнур. У калининградской команды лучшим игроком нападения признается Павел Си. MVP защиты калининградской команды сегодняшнего матча, попробуйте догадаться, Сергей Литагун! Боже, какой он крутой! У Зубров MVP атаки признается Михаил Комоляшев! И в защите и спецкомандам MVP признается, тут нетрудно догадаться, Артем Мазаковский! Ну да, да, ты был очень хорош, очень хорош. Аплодисменты командам! Команды отправятся сделать символическое фото. Я шучу. Давай. Почему сделал бы нормально с какой-нибудь? Та-да-да-дан-та-да-дан-та-да-дан. Есть? Бля, было бы сейчас тема вообще. Заказывает американский футбол, спорт настоящих мужчин.